Протягом року люди, переживши Голокост, розповідали свої історії, свої спогади із тих моментів, а молоде покоління, підлітки, впитували це, їм це роз'яснювали, вони запам'ятовували, і тепер хочуть трансформувати це все на сцені з допомогою спектаклю «Стіна». Саме він і є кульмінацією проєкту «Театр очевидця». Далі будемо говорити про цей спектакль, про цю постановку з його режисером Олексієм Павліщевим. Доброго ранку. Я дякую, що завітали до нашої студії. І от дійсно ваш спектакль, який має назву «Стіна», називають кульмінацією проєкту. Розкажіть про цю історію, розкажіть про підготовку і що в результаті зможуть побачити глядачі. Вам слово. Якщо говорити о самому спектаклі, то він, звісно, документальний, тому що основна його ціль і задача – це написання п'єси на основі історії тих людей, які приймають участь в цьому спектаклі, переживших Холокост. І подростки, это участники театральной студии. Понятно, что как бы сам этот проект не на пустом месте родился. Он был создан на базе нашей театральной студии, постоянно действующей. Единственная его, скажем так, уникальность в том, что мы пригласили в этот проект людей, переживших Холокост. Мы с ними как бы не знакомились в этом проекте, потому что это участники, постоянные участники общины. Но в таком творческом и потенциально выходе на сцену, мы, конечно, с ними первый раз работали. И да, кульминация этого момента, ну, как бы это цель самого проекта — выйти на сцену и рассказать свою историю, потому что сцена является, скажем так, такой площадкой, где ты можешь говорить о очень важных и нужных вещах. И основная цель — это вот не передать эту историю, передать эти эмоции и чувства не только той группе ребят, которые принимают участие в спектакле, но еще и зрителям, которые придут посмотреть 28 числа, завтра в 11:30 он состоится. Мы еще наголосимо, дійсно, коли буде прем'єра, ще нагадаємо це. Тобто, от ми правильно розуміємо, що учасники, молоде покоління будуть трансформувати це на сцені, так, оці історії. Если говорить о самом, как бы, о самой структуре спектакля, то, конечно, здесь был, ну, как бы, всегда творческие такие терзания, мучения по поводу того, каким образом объединить, потому что, конечно же, есть история, и ее нужно образно как-то преподать, и это уже как бы моя была задача, все это оформить художественно, образно и так далее. Ну, я принял решение назвать спектакль «Стена» по двум причинам. Да, по двум причинам. Во-первых, ну, если говорить в разрезе, скажем так, еврейского народа, то «Стена», первое, что ассоциируется со «Стеной», это «Стена плача», и это очень символичное значение для всего еврейского народа. То есть «Стена плача» — это, скажем так, очень энергетически мощный символ, к которому тянется и как бы к святой земле, и к земле обетованной тянется весь еврейский народ. И основная как бы задача и цель — это память о втором храме, который был разрушен, собственно, стеной, которая является. И вот эта память, сохранение памяти, это основная задача. Не забыть о том, что происходит. И пока есть поколение людей, которые могут из первых уст передать, мы должны спешить узнать как можно больше для того, чтобы сохранить память, для того, чтобы предостеречь от этих ошибок будущие поколения. А с другой стороны, у нас у каждого в жизни есть какие-то психологические стены, которыми мы закрываемся от событий, которые мы не хотим вспоминать, которые мы не хотим по новой переживать. И поэтому было решение назвать этот спектакль «Стена» вот по двум причинам. Для того, чтобы разрушить эту психологическую стену. Можливо, особисто для вас, як режисера, теж була якась стіна на початку підготовки цього спектаклю, яку ви зруйнували для себе? Можливо, творчо, можливо, психологічно? Ну, чи не було так? 8 лет я вже делаю літературні музикальні спектаклі, посвящені пам'яті жертв Холокосту, і кожен раз ломается какая-то стена, каждый раз упираешься в какую-то стену, потому что подойти к этой работе, ну, крайне тяжело. И психологически, и творчески, потому что очень много моментов, которые мы не понимаем. Мы не понимаем в этих историях, да, мы их читаем, мы их переживаем, но все равно окунуться вот стопроцентно в это состояние, конечно, невозможно. И каждый раз приходится искать пути решения для того, чтобы обойти эту стену, для того, чтобы как-то перепрыгнуть эту преграду. В этом проекте, конечно, ну, было с точки зрения режиссуры, я как бы был готов к этому процессу. С точки зрения человеческих ощущений, эмоциональных переживаний, подготовиться к этому невозможно.
невозможно, потому что каждый раз, приходя на репетицию, каждый раз, видя глаза и общение с, с подростками и с нашими очевидцами, это психологический стресс, потому что так. Они, видя их глаза, как они вспоминают, как рассказывают и плачут, ну, это, конечно, очень тяжело. У нас є відео із вашої репетиції, я прошу режисерів показати його нам, а потім ми продовжимо нашу розмову. Когда мне исполнился один год, мы вынуждены были эвакуироваться в связи с началом войны. Отец, мама и со мной в то время были в командировке в Москве от завода электромонтажного треста. И когда началась война, отец пошел добровольцем в армию, а нас постарался эвакуировать. На одной из станций пароход остановился. Мама вышла купить мне молоко и вдруг, обернувшись, увидела, что теплоход отстает от пристани. Она начала ужасно кричать и побежала к краю причала и увидела там шлюпку. Не раздумывая, прыгнула в шлюпку. Высота была около 4 метров. В шлюпке сидел старик. Он был шокирован и всеми словами, которые были возможны, ее обругал. Она была в тот момент в таком шоке, что тоже на него накричала и сказала, чтобы он немедленно догонял пароход. Но у нее в 25 лет появилась седая прядь в волосах. Слышу крик сестры моей старшей с квартиры. «Мама, уходите, это не наш самолет». У нас за селом был военный аэродром, и мы знали эти самолеты. И я почувствовала, не знаю, как сказать, то ли страх, то ли была какая-то безвыходность. Я смотрю на маму, она растерялась, визжит ко мне, кричит, внутри все перевернулось. Самолет пролетел очень низко в направлении аэродрома. Но это картинки, вот что я помню в детстве. Коли розпочалася робота? І як довго тривали ці репетиції? От взагалі, з чого все розпочалося? Тому що найскладніше це розпочати, правильно? Тим більше, що старше покоління, до них треба підхід, і він особливий. От розкажіть про це. Ну, самі репетиції, ми перейшли к спектаклю, к підготовці спектаклю, скажімо так, уже во второй половині цього проєкту. Тому що перша часть, і, звісно, це була основна підготовлена, скажімо так, часть, це, скажімо так, разбить барьеры между вот очевидцами и подростками, потому что они абсолютно из разных поколений, у них абсолютно разные интересы, восприятие жизни и так далее. Поэтому в основном вся подготовительная работа шла на поиски диалога, искреннего, удобного для всех, подходящего каждому и пожилым людям, и подросткам. Для этого, конечно, у нас был там ряд мероприятий, о которых говорили чуть выше. А уже когда мы перешли непосредственно к самой работе над спектаклем, она произошла после того, как я написал пьесу по рассказам наших очевидцев и уже предложил к работе. И здесь уже начался творческий процесс, но он был и продолжается достаточно органичным, потому что произошел такой плавный переход вот нашей группы, скажем так, актеров, плавный переход вот их от простого общения уже к созданию самого спектакля. То есть у нас не было момента, когда все, вот мы закончили общаться, сейчас с завтрашнего дня мы начинаем репетировать. Такого не было, все произошло очень органично. Сначала мы просто говорили о жизни, потом мы говорили об этих историях, сначала в повествовательной просто форме. Потом, когда я все это привел в литературную основу, мы сидели так же за столами, просто читали. Потом в какой-то момент я предложила, давайте попробуем встать и это сделать. То есть произошла такая органическая трансформация, скажем так, просто вот такого бытового диалога уже непосредственно к самой сцене и участию в спектакле. В таких ситуаціях я називаю, що це, знаєте, як творче кохання. Ну, от такий, симбіоз, тобто старшого покоління і молодого покоління. У нас є все ж таки відео, я пропоную вам переглянути його зараз. Ведь каждый в детстве верил в чудо. Сейчас в душе людей одна лишь мгла, и не хватает в их душе уюта. Ведь в детстве мы не думали об этом. Нам было весело, играя в салки, гоняли друг за другом следом и прыгали все вместе на скакалке. Когда уходишь в мир воспоминаний, туда, где детство, мама, старый дом, где жизнь не знала разочарований, оттуда возвращаешься с трудом.
Слухайте, я ще не бачивши прем'єру спектакля, вже мурашки по шкірі. Я думаю, що ви задовольнили себе як режисера повністю. Абсолютно. Після підготовки цього спектаклю. Ну, і, наверное, якщо буде так, то я, наверное, остановлюсь розвиватися, поэтому нет. Ну, так. Є к чому стремиться. Да, конечно, эмоционально сильно. Эмоционально. Да. Он и, ну, вы понимаете, здесь все зависит от истории. Конечно, просто это мощнейшая база для того, чтобы сделать эту работу. Давайте нагадаємо ще прем'єра. Вона відбудеться завтра, де, у котрій, хто може побачити. Да, прем'єра цього спектакля состоїться завтра, 28 января, в 11:30 у нас начало. Проходить він, звісно, в рамках Дня пам'яті жертв Холокосту. І це якби не єдине событие, яке буде проходити в рамках. На Наваринской 23/1, Николаевское общество еврейской культуры. Прийти могут все желающие. Единственное, что размер нашего зала не позволяет, скажем так, очень большому количеству людей увидеть этот спектакль, но я уверен, что он будет в записи. Видео, конечно, мы выложим. Ну, а после этого мы поедем, конечно, традиционно к памятнику расстрела николаевских евреев, и там будет митинг. Оксі, я вам дякую. Хочу від себе подякувати, напевно, від телеглядачів за вашу роботу, що таким чином творчим, теж складним, ви показуєте, нагадуєте, і ми пам'ятаємо про ті страшні події, які сьогодні ми називаємо Голокост. Я вам дякую.